говорила, сегодняшний концерт – это большой музыкальный дар летит год его 135-летия. 15 июня этого года, несмотря на сложную ситуацию, студенты и сотрудники «Летит» сделали все, чтобы юбилей состоялся и прошел достойно. В этот день из нарушенного бастиона Петропавловской крепости состоялся выстрел в честь юбилея «Летит». Состоялось торжественное завершение конкурса «Колыбель электротехники», студенческая акция «Летит, я люблю тебя». На территории кампуса нашего университета был открыт бюст выдающемуся ученому Валентину Петровичу Вологдину. И я с большим удовольствием приглашаю на эту сцену проректора по работе с молодежью и связи с общественностью нашего университета Ольгу Витальевну Иванову. Наслаждаться замечательными музыкальными произведениями в вашем исполнении. Спасибо вам огромное от всех.